Всем привет! Еще раз. Сегодня мы напишем я люблю маму левой и правой рукой. Сначала правой. Так, я первая пишу. А давайте, смотрите, как я пишу правой рукой. Ну, это чтобы убедились, что они не левши, а правши. Потому что до этого была игра, где надо было левой рукой написать. И некоторые писали довольно-таки неплохо. Да. Поэтому можно было бы даже и не поверить. Вот, как я пишу. Ну, это правой ты написала, да? А теперь левой. А тут... Все то же самое, значит, левой. Значит, я неправильно это написала. Да. Ну, попробуй еще раз, да, написать. Как-то неудобно написать, правда? Да, сначала правой нормально напиши, потом левой. Только плохо, что вы прям носом пишете обе. Выше голову. Так. Правая. Левой тяжелее, да, писать? Но все-таки можно научиться, да? Это реально. Да. Да, это реально. У меня реально. Это хорошо для развития обоих полушарий мозга, да? Поэтому мы тренируемся и той рукой писать. Но на уроках пишем только правой. Это хорошо даже. А некоторые у нас левши. Ой. Все, наверное, мама пришла. Вот как я пишу правой. Давай-ка посмотрим, как ты. Вот как я. Похоже. Петька, или можно? Вот, а я вот так правой так и... Ага, мам, все. Тут более отличается, конечно. Ну, нормально, главное, понятно. Ну все, ладно. Всем пока! До новых встреч! Ага.